большое. Спасибо. Здравствуйте, прекрасное человечище. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Саида Мухамедзянова, мне 13 лет, я из города Казань. Вы знаете, я слышал, конечно, эту ладовую музыку, и живя в Татарстане какое-то время, достаточно долгое, я понимаю примерно, представляю, про чью душу сейчас идет речь, но я не мог себе отказать вот в удовольствии посмотреть, как это происходит, как это делает вот действительно ребенок, которому не так много лет. Сколько тебе лет? 13. Не так много лет, и для меня это было просто действительно шоу, правда. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну, я, во-первых, хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что если кто-то вдруг, хотя я затрудняюсь, конечно, наверняка, кто все поняли, насколько это технически вообще сложно было, то, абсолютно, что сделал этот маленький детеныш, да, вокально это было очень сложно. И у меня вообще, короче, слов нету, я в восхищении абсолютном. Пойдем ко мне. Я уважаю каждого из вас, и я выбираю... Пелагею! Я так рада! Ты такая молодец! Спасибо! А у тебя... Я вас обнимаю! Давай еще раз тогда. Мы с тобой еще наобнимаемся за это время. А ты поешь? У тебя родители поют народную музыку? Моя бабушка очень хорошо поет по-татарски. Твоя бабушка поет. И ты вот занимаешься прямо этнической музыкой. Любишь такую музыку? Да, еще я занимаюсь классической музыкой. Да ты что? Очень интересно мне, очень интересно.